Премаханамадбутартам саванапатхагатаха кашо намнам махимно кобетта кашо вриндавано випини махамадхуришу правеша кова жанати радхам парамасчаматкар мадхурьясима екос чайтанна чандраха Парамо Коруная Сарвам Авишчакара Према Намад Бутартам Савана Патагато Кашо Намнам Махимна Ко Бетта Кашо Брендавану Бипино Махамадуришу Правешаха Кова Джанати Радхам Парама Саматкара Мадурджасима Мекос Чайтанна Чандраха Парамо Коруная Сарвам Авишчакара Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Thakur Prabhupada Jagadguru told that if all of our ultimate target is all the same, Гауди Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если все мы будем иметь одну единую цель Кришна Севы, то тогда никакой вероятности борьбы и споров между нами ее не будет. А если цели наши разные, то тогда все споры, борьба внутри нашего движения может возникнуть. И также можно иногда заметить, что если есть какие-то споры, которые обе стороны ведут к Кришна-севе, то таким спорам мы должны выразить почтение. Поскольку это если кто-то спорит ради служения Радха Говинде, то это другое дело, это все прославляет это служение. Мы все вместе, объединенно, в гармонии должны совершать баджан под руководством Ашрая Анугати. Мы должны вести свой баджан и совершать служение ради одной единой цели. Кришна Севы. Ради Кришна Севы мы все должны пытаться делать все для удовлетворения Верховного Господа всем сердцем. Мы должны думать о том, чтобы Господь был полностью доволен нами. Какие-то люди могут критиковать нас, кто-то может чувствовать себя усталым, какие-то люди могут нападать на нас, как-то возмущаться, но так или иначе, мы не должны никогда оставлять Харибаджан. Если вы сможете обрести хотя бы малейшее соприкосновение с этим Ананья Бхаджаном, то тогда нет никакой вероятности, что вы пойдете. Настолько великолепен Ананья Бхаджан. Большинство людей в этом материальном мире они не заинтересованы в Харикатхе, в Харикиртане, но вы не должны терять свое вдохновение. Большинство людей, они не принимают уникальную Сидданту Рупы Рагунатхи. Большинство людей не могут принять этого. Но из-за этого мы не должны терять свое вдохновение, мы должны продолжать. Не оставляйте ваш Харикиртан, Харибаджан, не оставляйте Харикатху, Шравану и Киртану. Не оставляйте ни в каких обстоятельствах. Мы должны развить это качество Тринада Пи Сунич.
мы должны стать более смиренны, чем травинка, и развить достаточное терпение. Мы должны иметь такое терпение, как дерево, и также мы должны совершать харикиртан, харикатху все время. И тогда вы вскоре увидите, что все стало благоприятно. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. Шрила Прабхупада Сарасвати Пад написал эту шлоку. В этом материальном мире такая любовь, которую мы хотим обсудить, она очень редка, и обычные люди не понимают значение этой любви. Читание Читамрити говорится. И вот такая любовь, если мы сможем обрести ее, то она постоянно, мы не потеряем ее. Вот Прабхупада Сарасвати Пад говорит, это тема о Кришна Преме. Это практически невозможно для нас слушать о ней, как мы можем осознать славу Харинама. Это очень тяжело. Можно сказать, даже невозможно для кого-то. Кто знает что-то о великолепии Вриндавандамы и о Мадхури Расе, которая происходит? Кто знает о великолепных лилах Радхарани? Это очень возвышенное. Кто знает об этом? И вот из-за своей великой абсолютной милости Гуранга Махапрабху хотел показать нам, он дал нам указание, что это уникальная любовь. В этой жизни мы можем обрести это великое служение. Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей жизни он хотел показать нам. И также в Шри Чайтанья Чайтамрите Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: подобно тому, как когда Бхагаван он хотел сотворить, он, когда он начал творение, он даровал силу в сердце Брахмы. И после этого Брахма он начал, смог творить. И также это расататва и все остальное, оно очень редко. Никто не мог осознать, что где. И вот с течением времени это чувство Вриндавана, оно пропало. Практически никто не знал. Никто не знал, куда оно делось. И также Бхагаван, когда даровал силу Брахме для сотворения этого материального мира, и также Шри Чайтанья Махапрабху, он даровал силу Рупи Госвами Паду.
Он пролил на него свою милость, и благодаря этой милости он начал проповедовать все это через Рупа Госвами Пада. Он вложил силу в Рупа Госвами, и никто не знает. Даже Радакунда Шьямакунда, когда Махапрабху спросил, где Радакунда и Шьямакунда, никто не знал, где они. И в итоге Махапрабху пошел в какое-то поле и там обнаружил эту Радакунду и принял омовение, там начал возносить молитвы. Это Радакунди, Шьямакунди. И тогда люди узнали, что это место Радакунда, вот то место Шьямакунда. Но сейчас все пропало. Но не сейчас, имеется в виду, в то время, когда он был, никто не знал об этом. И благодаря силе Рупы и Санатаны они все открыли место Лил Шри Кришны и в этом милости Шри Чайтанья Махапрабху. И от кого еще мы можем ожидать такую великую милость? Не все могут даже представить великолепие этой милости. Шрила Прабхупад говорит, все время, если мы будем думать о том, чтобы Кришна был доволен, то препятствия, которые могли бы быть, они не смогут находиться на нашем пути. И когда have the chance to do actual harinam, then the condition already Mahaprabhu told. У нас будет возможность повторять подлинный харинам, то Махапрабху записал это состояние, то, что без тринадапи, без смирения мы не можем повторять подлинный харинам. Мы всегда должны думать о том, что вот главный признак Рагануга Бхакти Йоги, главный и признак ее это тринада абхисунич, быть смиреннее, чем травинка, и более терпеливым, чем дерево. Все эти признаки, мы должны их обнаружить в нашей жизни. Через наш баджана, если мы не сможем, то что делать? И вот Шрила Прабхупад говорит, если мы всегда пытаемся делать все для полного удовлетворения Верховного Господа, если мы всегда заняты этим, то тогда автоматически мы можем развить прити, естественную любовь, естественную склонность к Кришне. И таким образом мы должны прогрессировать in the way of Рагануга на пути нашего Рагануга Бхаджана. И тут сейчас слышно, много беспокойств может каких-то возникнуть по пути, но все же мы должны совершать наше служение. И вот сегодня мы должны связать тему сегодняшней Харикатхи с Гавардхана Пуджи. Мы не можем избежать этого. Мы должны связать нашу тему с Рагануга Бхаджана, с Гавардхан Пуджа, поскольку сегодня день явления Гавардхана, и поэтому я буду говорить о его славе. И вот в начале всего вопрос возникает, почему все враджаваси, они поклоняются Индре? В этом вопрос. И вот мы можем начать здесь. Почему враджаваси, они живут с Кришной, любят Кришну? А если мы любим Кришну, поклоняемся ему, то кому-то еще поклоняться не позволяется. И вчера я также объяснял то, что Бхагаван Шри Кришна он говорит этим маленьким гопи, они еще недостаточно взрослые,
И вот когда они начали совершать Катайни врату, и вот после того, как Катайни врата кончилась, Кришна последний день пришел туда и пролил милость на них. И они, что же, что Кришна им сказал? И вот Кришна сказал, то, что вы все поклоняетесь мне, я знаю. Я очень доволен, я одобряю ваше поклонение, ваши желания вскоре исполнятся. И вот он пообещал им такое. Арахати, жата авала, брежам сидха, майма, рамсато капа, жадуддиша ботамидам, челу, арджарчанам сати. Your determination with what sankalpa you started your. Вы с какой решимостью вы начали ваши обеты, соблюдение врат, я знаю, и это одобрено мной. И вот сейчас вопрос в том, почему Кришна говорит Мадарчана. Хотя мы знаем, что те враджа-гопи, они поклоняются Катайни. Почему они совершают Катайни Деви Пуджу, в то время как Кришна говорит Мадарчанам? Катайни Деви, она антаранга шакти, внутренняя энергия, йога майя, не отличная от Кришны. Мы знаем об этом, что шакти, шакти матура объект, подобно тому, когда солнце восходит, и свет солнца, согласно движению солнца, Бога солнца, это свет вместе с солнцем, он двигается. According to the movement of sun, согласно движению солнца. Similarly, и также you should understand that actually вы должны понять то, что Supreme Lord and Верховный Господь и Йога Майя, когда Бхагаван двигается так, согласно желанию, и вот согласно желанию Бхагавана все меняется. И Йога Майя, она делает все согласно желанию Бхагавана Шри Кришны. И вот внешне можно найти, что кто-то поклоняется Йога Майе, Катайне. Но внешне, если посмотреть, то это поклонение Бхагавану Шри Кришне. И с какой решимостью они начали поклоняться, смотрите, для того, чтобы Кришна был полностью доволен, они хотели встретиться с Кришной. И вот таким образом они начали их врату, и Кришна говорит, хотя внешне можно найти что-то арчана Катайни, что то вроде Катайни врата, но по сути это поклонение ему. И вот здесь эти враджаваси и все их действия, все, что они делают, все, что говорят, все это ради Кришна Баджана. И все, что они делают, говорят, все это ради Кришна Баджана, никогда не теряют Кришна Баджан. Все время они совершают свой Кришна Баджан. И вот сейчас мы находим те враджаваси. Они обычно поклоняются Индре каждый год. Индраджаг, есть такая ягья. Ягья в честь Индры. И вот они совершают свою Индра-ягью ради Индры внешне, вроде бы. И вот смотрите, Шукадев Госвами говорит, Бхагаван, он сарвадарши, он знает все. Бхагаван, он знает все, но все же Шукадев Госвами пишет. Бхагаван,
Nivasan, avash, apashan nivasan, gopan indri yago krita damano. Bhagavan upi tatraiva baladevena sanyutaha, apashan nivasan, gopan indri yago krita damano. Tadavigopi. Bhagavan having all knowledge, everything. Bhagavan, он имеет все знания, но все же. Bhagavan knowing everything. Он знает все. That's why Shukadev, и поэтому Шукадев Госвами пишет. Tad abhigyaopi. The reason. Та причина. Krishna Balaram knowing everything. Кришна знает все. Bhagavan sarvatma sarvadarshanah. Sarvatma mane as the. Sarvatma значит. Inside everybody has Paramatma Bhagavan's thing. Что Бхагаван в форме параматмы сверхдуши пребывает в сердце каждого, он знает все, но все же со смирением. С большим смирением Кришна Баларам они возносят молитвы тем Нанда, Нанди Махараджу, Пананди, Адхинанди, они старше в Раджавасе. И вот они, и Кришна Баларам, они задают вопрос. И вот они спрашивают, ко айам самбрамо ва суба упагата. This kind of, you know, you are busy. We see you are all busy. And what for this busyness is? Why you are so busy? Kattatam me pitaha. И вот они говорят, мы видим, что вы заняты. А чем же заняты? Почему такая занятость у вас? Kasso cho desha. Keno va saddate makaha. We watch that you are busy to do some yajna. Вот мы видим, вы какие-то яги совершаете, делаете. But why? Но почему вы делаете это яги, ради кого, каков результат? Мы заинтересованы в этом, поскольку о, отец, можешь ли ты сказать нам та причина, по которой вы совершаете ягью? Майхам, сусраве пита. We like to hear. Мы хотим услышать. Then actually, Кришна Баларам speaking. И вот Кришна Баларам говорит. Нахи гопьям хи садунам критям сарватманам михо. A sadhu not going to hide anything. Саду, он ничего не прячет. Нахи гопьям хи садунам критям сарватманам михо. So we like to know actually why вот you are going to this kind. Вы совершаете такое. И вот таким образом Кришна Баларам спрашивает. The gatta agyata chakramani janu ayam anu tishtanti tishtati vidushaha karma siddhihi swat tatha na vidisho bhavet. Actually, you are busy with this kind of activities, you know. Вы заняты этими действиями. What kind of thinking you are? What kind of, you know, judgment you have? You are doing this kind of. This kind of tatro tavat kriya yoga bhavatam kim vicharitaha. With what purpose you are doing? Tatro tavat kriya yogo bhavatam kim vicharitaha. Athava lokikastanme prichataha sadhu bhannatam. Or it is traditional, it is a rules that you are doing. Or have some special purpose for which you are going to do. You all. We like to know. Please. Then Nanda Maharaj speaking. И вот Нанда Махарадж отвечает. Индро мегахаста шатма мутра муртайо. Actually, Pajjanu, that the cloud вот is the sarup of Indra. Pajjanu,
Бхагаван Индру Мегахастасятму Муртаю. Те Обхиваршанти Бхутанам Принанам Дживанам Пайоху. And if Indra going to give cloud, I mean rain, then all fields are ready. То все эти растения, они напитываются водой и растут. А мы, пастухи, зависим от этих всех растений, травы, чтобы было чем кормить коров. И поэтому мы поклоняемся. Our advantage to lead our life very smoothly. That's why we are doing. И чтобы мы смогли жить без проблем, мы поэтому поклоняемся Индре, чтобы он посылал нам дожди. Шукадева с вами говорит, услышав такой ответ от Нанды Махараджа. Because Nanda Maharaj going to speak that Pajjanu Bhagavan Indro Megasta Shatmamurtayoh. Те обхиварсанти бхутанам принанам дживанам пайохо. Твам тато байам амманне ча бамучам патимишварам адрубвайстад ретоса сидхвер джаджанте крутубхир нара. People are going to worship this way. They are going to collect different fruits and flowers, everything. They are doing this kind of jagya. И вот люди организуют яги для того, чтобы Индра был доволен и чтобы получить дожди по его милости. This way. И таким образом. They are doing. Они делают так. They are speaking this way, actually. After hearing from и услышав все это от Нанды, Адхинанды, Бхагаван он ответил, подобно Веданте был его ответ. Сукхам, духам, бхаям, кхемам, кармен наива авипаддате. Кармана жаяте янта. According to karma fall, и вот согласно нашей карме, дживы, они принимают участие в чем-то, и согласно своей карме, они также оставляют тело или обретают новое. Карма наива вилияте, сукхам, духам, бхаям, кхемам, карме наива авибаддате. According to karma fall, и вот согласно карме, все дживы, они сук, painful situation or peaceful situation, обретают умиротворение или покой или беспокойство согласно своим действиям. Все, что они обретают, это все в соответствии с их кармой. И вот согласно карме все вот так действует, если есть какой-то Ишвар, повелитель, Кашчит. Если есть какой-то повелитель Ишвара, то тогда он, несомненно, дарует результат этой кармы, автоматически происходит. Каждый получает результаты своих действий, своей кармы. И вот Бхагаван говорит, что если был бы Господь, который есть, он согласно кармафолу, плодам кармы, дарует всем результаты их действий. Почему? Поскольку тот, кто совершает какую-то карму, мы из Гиты уже знаем, что каждый может совершать какую-то карму, но опять же, он не может отвечать за последствия своей кармы.
автоматически все это происходит. Сила его не может ничего сделать. И вот, any outsider, if you are going to think that is any other master, if you are going to think that any если вы думаете, что есть еще кто-то, кроме Верховного Господа, как он может дать какой-то результат? Если есть Верховный Господь, то Верховный Господь, он дарует всем результаты согласно их карме. И если мы поклоняемся кому-то, кто не Господин всего, он не может дать результаты нашей кармы. То есть не говорят смысла поклоняться Индре, если он не Верховный Господь. Любые прани, живые существа, души. Анишена аннатха картум сабхава вихитам нена. If at all Indra is there, если был бы Индра, what he can do? Что Индра, что он может сделать? Господь он дает плоды нашей кармы, никто не может изменить, даже Индра. Дехану учча вачану жантуху прапот сриджати нина кармана. According to karma fal, и вот согласно карме, плодам своей кармы, люди рождаются в каких-то телах или умирают. Everybody, all jiva, и вот все дживы, go down, go up. Они иногда возвышаются, иногда опускаются на какие-то другие планеты, уровни. Согласно карме, они меняют свои тела, убирают, рождаются, и вот согласно карме они находят каких-то друзей, каких-то врагов, каких-то нейтральных личностей. И вот карма, она гуру всех. And karma is the result of everything. Карма это также результат всего. И кто-то поклоняется карме. И вот согласно самскарам, Шива карма кари пуруш, карма ки пуджа кар диа кай ту раси. So now this way actually, Bhagavan going to ultimately prove. И вот Бхагаван, он в итоге показывает нам то, что, что этот Гирирадж Говардхан, он, здесь, если вы хотите поклоняться ему, Бхагаван говорит, если вы хотите поклоняться, то вы должны поклоняться Гирираджу, а не какому-то Индре. Поскольку этот Гирирадж, он может помочь нам приобрести эти облака, с помощью которых можно получить дождь с небес, которые могут увлажнить наши земли, и трава будет расти, которую едят коровы. И таким образом, если вы хотите поклоняться, вы должны поклоняться этому Гирираджу Махараджу. Вначале всего, Бхагаван, он говорит так, чтобы Индра разгневался. Саттам раджастама ити ститут патти анто хетава раджасот паддате вишам анням бибидам джага. Мы занимаемся вот этим земледелием, и вот Бхагаван говорит, то, что все, что вы делаете, вы должны поклоняться Гирираджу, поскольку Гирирадж, он дает нам все удобства, все возможности, и Гирирадж очень важен, он призывает облака,
и так много удобств. И если мы хотим поклоняться, то мы должны поклоняться Гирирадж Махараджу. Мы не должны совершать Индра-ягью. И вот вы сделали все, и Кришна, он вдохновляет этих в Раджавасе, хотя он сам Верховный Господь. И вот они поклоняются Гирирадж Махараджу. Индра очень разгневался. Индра не смог потерпеть, что какой-то этот пастух остановил поклонение мне, как это? Он очень разгневался, и Индра, он тогда он призвал грозовые облака. И вот во время уничтожения творения такие проливные дожди, такие суровые облака. И вот Индра, он призвал те облака, которые бывают во время разрушения Вселенной. Он сказал: придите и уничтожьте Врадж. И вот по вдохновению Индры они прилетели, пытались затопить Врадж. Индра очень гневался, ругал Кришну. Он поносил его всячески. Он говорил, что Кришна, он не может следить за своим языком. Потом следующее он говорил, то, что Кришна глупец. То, что он сумасшедший. То, что он не уважает знающих пандитов. И вот так Индра всячески поносил Кришну. Он говорил, что Кришна какой-то материалист. And started rain and rain everything. You know everything. I'm not going to detail. Then after that, when и вот после этого, когда эти проливные дожди начали затапливать Врадж, настолько сильный дождь был, что все было в воде. И после этого в Раджавасе они попали в такую проблему, что все было затоплено, и поэтому они говорили, что надо было Индре поклоняться. То проблемы какие теперь? И вот дождь был такой, как из ведра. Эти гопы и гопи начали трястись от холода. И они начали молиться Говинде. И вот они хотели принять прибежище у Говинды. И после этого Говинда сказал: не проблема, я спасу вас всех. И вот, увидев такую ситуацию,
Бхагаван, он, Кришна осознал то, что это проделки Индры, и после этого он пообещал Враджавасе то, что я спасу вас всех, не беспокойтесь. So I am a Vrato Ahita. It is my standing, you know, resolution. Это моя решимость, мое решение, мой обет. Те, кто примут, придут ко мне, я всех спасу. И таким образом, Кришна, он сказал, как амбрелла Кришна, он наподнял Говардхан и держал его как зонтик на одной руке. И таким образом Кришна дал наставление: идите сюда под Говардхан. И вот Кришна пригласил всех: идите, принимите прибежище. Здесь не проблема. Не бойтесь, что эта гора Говардхан упадет и задавит вас. Не бойтесь, я держу ее. Приходите сюда, примите прибежище у меня, и я защищу вас. И когда Кришна уверил их, они приняли прибежище у него. И вот все враджаваси, они пошли под Говардхан, который держал Кришна одной рукой. И таким образом Кришна защитил всех враджаваси от дождя, а дождь продолжался 7 дней и ночей. А Кришна все держал Говардхан одной рукой, когда Индра увидел. Он был удивлен, как это возможно для какого-то маленького мальчика держать такой громадный холм. Этот маленький мальчик 7-летнего возраста держал этот Говардхан. И в итоге Индра, он понял, осознал то, что я думал, это какой-то этот пастух, но я вижу, что это не так. Наверняка он Верховный Господь, иначе как это возможно для него держать Говардхан столь долгое время одной рукой, на одном пальце? И вот сейчас есть сокровенные вещи у этой Говардхан-лилы. И в начале всего Индра-пуджа, хотя Враджаваси не поклоняются Говардхану, но все же вот в этот день проблем нет с поклонением, поскольку они думают о Кришне. Если вообще эти Враджаваси, они думают об Индре,
то все равно проблем нет. Поскольку если они бы делали Индра-пуджу, то в итоге это было бы для удовлетворения Кришны. То есть, смотрите, их цель, она определена. Они могут внешне поклоняться Индре или Шиве, но цель – удовлетворение Кришны. Они любят Кришну. Они не думают, что Кришна – Верховный Господь. И поэтому для того, чтобы защитить Кришну, они иногда поклоняются Шанкару или еще кому-то. Это в этом великолепие премы. Но это не Анья-Бхилаш. Это не какие-то посторонние желания. И вот Гавадхан Лила надает Кришне какие-то преимущества, хотя Кришна специально все это делает, и какие удобства и преимущества она дает. Все враджаваси, включая Нанду, Яшоду, все, кто нет, они хотели видеть Кришну непрерывно, поскольку Кришна, он ходил здесь и там, и не... Они не могли непрерывно созерцать Кришну, поскольку Кришна мог уйти куда-то. И вот они думали, что мы хотим получить такую возможность, чтобы мы могли непрерывно видеть Кришну. И вот они думали, где же, когда нам выпадет такая возможность смотреть на Кришну непрерывно, чтобы мы смотрели только на Кришну. Созерцали его лотосные глаза, лотосные уста, лотосные стопы. Мы хотим обрести такую возможность видеть Кришну, созерцать его все. Даже, смотрите, Радхарани тоже была там, и все гопи, все не хотели, Нанда, Яшода, Прабхавати, они все хотели увидеть Кришну непрерывно. Иногда Кришна идет куда-то туда-сюда, не все могут Кришну непрерывно видеть. И вот Кришна, он хотел удовлетворить их желание, вы уже знаете, когда Брахма, он хотел, захотел похитить пастушков и телят, то Кришна хотел, захотел исполнить желание в Раджаваси. И вот в форме, и Кришна пришел в форме коров и телят, чтобы исполнить их желание. И также здесь Кришна чтобы все в Раджаваси они могли смотреть, видеть Кришну. Кришна не двигался, не менял положение рук. Кришна непрерывно держал Гирирадж Гавардхан, даже с Радхарани была там. И вот здесь комментаторы говорят то, что Кришна также хотел видеть Радхарани непрерывно, и она хотела видеть Кришну. И вот благодаря этой лиле, Гавардхан Даран лиле, Индра, он всего лишь инструмент, он организовал все, а Гавардхан лила, она произошла по желанию Кришны. И в итоге, когда они обрели возможность смотреть на Кришну непрерывно, они были очень довольны. Кришна хотел удовлетворить их сердце. И вот тем временем все в Раджаваси видят такие великолепные вещи. Как это было возможно для маленьких в Раджаваси? Идти к Гавардхану, например, на целую неделю. Это долгое время для них было. И вот здесь говорится в одной самхите, то, что Гирирадж Махарадж, она ушла до Бхутешвара. Это практически на границе этой Матхуры. А это тень Гирираджа, они
сказали, что Говардхана достала вечером, когда солнце садилось. Сейчас Говардхан выглядит очень малым, но в то время Гирирадж был гораздо больше, гораздо выше. И вот день за днем из-за проклятия, вы уже знаете об этом, он уменьшается. И таким образом Гирирадж был огромной горой, и сейчас мы не можем этого увидеть, поскольку он уменьшился. Он уменьшается каждый день. И вот все в Раджавасе, они задают вопрос Нанди Махараджу, как это возможно. Что твой сын смог держать Говардхан на одной мизинце. Шукадев Госвами сказал. И вот такие великолепные вещи, они смотрят на них. Агасур, Бакасур, так много вещей они смотрят, и после этого Шукадев Госвами говорит. И вот увидев все эти великолепные деяния Кришны, они не знают, кто такой Кришна. И вот они приходят к Нанде с удивлением и задают вопрос. Мы эти пастухи в нашей династии, как возможно, что такой великолепный Кришна явился. И он совершает такие великолепные вещи. Мы не знаем, кто он. Сапто хайану валаха карен найкена лилая катам вибрат гириварам пускарам гаджарар его. И вот как слон, он хватает цветок лотоса и так просто его поднимает, и также этот маленький мальчик, он с такой же легкостью держит Говардхан на одном пальце целую неделю непрерывно. И таким образом они, и также они вспомнили, что когда Кришне было 3 месяца, и вот когда ему было 3 месяца всего лишь, он, будучи ребенком, когда пришла Путана, она пыталась его убить, но не смогла. И она сама умерла от противодействия Кришны. И таким образом, когда Шакатасур, Тринаварта и так много примеров. И вот они думали, кто же этот мальчик? Мы хотим узнать. И вот один за одним они думали о великолепных лилах Кришны. Агасур, Бакасур. Батсесу батсурупена правишантам джигансая хатва напатайтено копитхани чалилая. Батсасур also came this way.
Devasasura was also killed. Again, Pralambasura came. И вот один демон был убит, второй, третий, потом Праламбасур пришел. И таким образом, и где же этот семилетний Кришна? И где же, как он смог поднять Гавардхан и неделю держать его? И поэтому, о Нанда Махарадж, мы сомневаемся о твоем сыне. Tato no jahate sankhya prajanato tavatmaje. We are going to express some doubt about your son. We don't know. You know something. If you must speak out, because we like to know. И ты наверняка знаешь что-то. Пожалуйста, расскажи нам. И вот Нанда Махарадж начал говорить. Бету санкья чо бу арваке. Инам кумарам уддишо гарго ме. Шриятам, Нанда говорит, хорошо, все ваши сомнения должны уйти, я говорю, сейчас открою вам секрет, я не был готов рассказать все, была проблема какая-то из-за камсы, и вот сейчас вы задаете вопрос, я отвечаю вам. И вот Гарга Муни пришел сюда, чтобы дать имя ему. И вот Гарга Муни, он уже сказал что-то, какие-то сокровенные вещи о этих двух моих детях. О Нанда. И вот он говорил перед Нанда Махараджи, то, что, о Нанда, эти два твоих сына, эти твои дети время от времени, каждую югу, они приходят сюда, меняя свой цвет, и сейчас вот они, он стал черного цвета, Пита Варна. И сейчас был вот это Пита Варна, сейчас Кришна Варна стал черного цвета. И раньше, так или иначе, этот мальчик имел связь с Васудевой. Прямо он не мог сказать, но, несомненно, это так. И действительно так, поскольку Кришна, он родился в этой тюрьме Камсы от Шрива Деваки Васудев. Кришна, мы знаем, что этот, он сын Нанды Махараджа. Нандатмаджа. So there we see Pragayam Vasudevasya Kashchit Jato Stavat Majaha. Somehow your boy having some link with Vasudev. И вот, в общем, этот вот его мальчик имеет связь с Васудевом, и поэтому Васудев Срама Абхигьяха Прачакшати.
That's why Trikalabha Purush Dosugyan Bhut, past, present and future, everything you can see. И вот Трикаладья Пуруш, который может видеть прошлое, настоящее, будущее, он сказал, что имя Васудев, Васудев Атмаджа. И вот у твоего сына так много имен. Бахуни санти намани рупани ча сутасвати. Your boy having countless names. И вот у твоего сына бесчисленные имена согласно гуне, карме и прочим, прочим. Я знаю, но не каждый может знать об этом. Have different kind of name and color, everything is quality. But everybody cannot, common people cannot know. Обычные люди не могут знать After об этом. That, и после этого Гаргамуни сказал: Шрейо Адхасат Гопо Гокула Нанданаха Анено Сарвадургани Джуям Анджаха Таришвата. By the help of this small boy, с помощью этого маленького мальчика ты можешь избавиться от всех проблем. Any kind of problem can come. Различные проблемы, которые могут прийти. Then all problem то эти все проблемы могут по его милости также уйти. So you can believe и вот that that boy is not ты можешь поверить, boy. Что этот мальчик необычен, он Нараяна Самагуна, он по качеству подобен Нараяне, но Гаргамуни не сказал, что он Верховный Господь, что он причина всех причин, просто то, что он подобен Нараяне. И вот когда Индре надоело, он не понял, как этот маленький мальчик смог держать Гаратхану, он пришел, чтобы принять прибежище у него. И вот Сурабхи была перед ним, поскольку если Кришна, он очень любит коров. И вот Кришна, если Кришна увидел бы Сурабхи сначала перед собой, то Кришна был бы счастлив и сделал все, что от него просит. И поэтому Индра Махарадж пришел вместе с этой коровой Сурабхи, держа ее перед собой. Голокат Браджам Кришнам Сурабхи Шакру Эвача Бибикто Упасангам Бедитаха Критахеланаха Паспарсо Паспарсо Падайо Ренам Кири Тена Арко Барчаса. Very full of sight. И вот он принял прибежище у него и предложил свои поклоны и прикоснулся к лотосным стопам Кришне своей короной, которая сияла. И таким образом Дришта Срутану Бхава Ашо Кришна Свами Татеясаха Насто Трилокеша Мада Индра Ахо Kritanjali. This kind of false ego all break down. И вот ложное эго, оно пропало у него, и Индра решил принять прибежище у Кришны. Иначе нет никакого другого пути. Индра, он понял, что он Верховный Господь. И после этого Индра, он начал возносить множество молитв к Кришне. Тапумаям дасто раджахастамаска. This way actually going to pray. И таким образом вот он начал возносить ему молитвы. Now, actually, we see и вот сейчас мы видим Индра Махарадж, он возносил какие-то краткие молитвы, но когда Брахма молился, его молитвы были гораздо длиннее. Индра кратко как-то молился, а Кришна, и Кришна был доволен им. Но молитвы Брахмы были очень длинны. И какова причина? Причина в том, что с помощью, благодаря действиям Брахмы, Кришна страдал.
Все эти, пастушки были похищены Индрой, он страдал от разлуки Кришна, поэтому молился. Кришна, он и сам с собой играл, являл свои лилы. И он чувствовал разлуку со своими спутниками. И Кришна, он не так было просто удовлетворить, как в случае с этим Индрой. Поэтому Брама вынужден был длинные-длинные молитвы возносить. Но Индра не так много плохого сделал, поэтому коротких было достаточно. Also, Krishna is going to fulfill his own heart because he wanted to see all Vrajavasi at a time. И несмотря на то, что Индра наслал столько дождей, но все же он и хорошее сделал, то, что Кришна мог видеть Враджаваси, Радхарани, и они, соответственно, могли смотреть на него целую неделю непрерывно. Поэтому Намастубхам Бхагавате Пурушая Махатмане, going to pray. Индра, хе Прабху, Бхагаван, апни, you are антарьями, you are sitting inside heart of everybody. Ты пребываешь в сердце каждого, ты Васудев. Ядапати Кришна, Ядапати Кришна, я сачандо патта дехайо, твои молитвы тебе. Гьяна муртае, сарвасмай, сарвавиджайо, сарвабхутатмане намаха, сачандо патта дехайо. Whenever you want to come here in this material world, appear here. Когда вы хочешь явиться в этом материальном мире, ты можешь явиться согласно своему желанию, иногда как Нарисимха Вараха или Курма в различных этих образах. Ты источник всего чистого знания. Ты семя, причина, изначальная причина всего. Я предлагаю тебе свои поклоны. И в итоге Кришна говорит, те, кто чувствует какое-то ложное эго, Бхагаван говорит, Макхо Бханга Анагриннатha. Whenever Supreme Lord doing, если Верховный Господь делает что-то, все для нашего вечного блага. И поэтому Бхагаван говорит Индре, Майя, Акари Магаван Макхо Бханга Анагриннатha, to bestow kipa on you, чтобы даровать, благословить тебя, пролить на тебя свою милость, я вынужден был остановить мою ягью. Вы думаете, что я с какой-то этой... С какой-то ненавистью? Нет. Только чтобы пролить на тебя свою милость, я должен был сделать это. Поскольку если было бы какое-то ложное эго, я не смог бы одарить тебе милости. Мадану сритвае нитям маттасе индрио срия висам. Due to riches, you have sampad, property big, you know. Кто-то из-за богатства становится очень горд. So you have your appearances. У вас есть ваше богатство, и поэтому и кто-то может занимать какой-то высокий пост, как царь небес, это ложное эго, оно уже внутри вашего сердца, и я хотел поместить тебя в такое положение, чтобы ты начал думать обо мне, поскольку если ты полон ложного эго, то ты не можешь видеть меня и совершать баджан мне. И вот я хотел поместить тебя на такой уровень, то что
You can leave your false ego. Оставить ложное эго, слепоту. If there is riches, affluences, then automatically people become blind. Поскольку если кто-то слишком опьянен своим богатством, такие люди становятся слепцами. Нараджи Махарадж speaking in front of Налкубар. Вот Нарада говорит перед Налкубаром. Даридрам параманджанам. Those who are having this kind of appearances, for that, слишком богаты для них. They feel so false ego, big false ego. Они чувствуют ложное эго, они не могут понять. There is some supreme lord is there who can give. Что есть некий верховный господь, который может. They forget. Наказать нас, если мы что-то не так делаем, такие люди забывают об этом. Madhu Sritva Nityam Matto Sendyo Siya Visham. If you are blind, then you cannot see me. That's why если такие люди слепые, они не могут видеть его Верховного Господа. А я совершал эту лилу, чтобы только даровать вам свою милость. Почему? Если кто-то очень богат, такие люди не ослеплены своим богатством. Who is going to watch me? Mamai shajjo simadandho dandapanim napashati trang bhrangsami sampadho jaso chechami anugraham. If I like to show my anugraha, kripa, mercy, если я хочу даровать справку своей милости кому-то, то вначале всего я должен забрать то, чем они гордятся, как в Гурангалиле, когда Дигвиджай Пандит, великий пандит, был очень горд своим ложным эго, Махапрабху не хотел наказывать его. Махапрабху хотел организовать ситуацию таким образом, чтобы он тот that there was Bidda, Bidda Madhu. Ну, в общем, помочь, как there was so хотел. Much educational power. И потом Видья Матхи в какой-то там был очень тоже горд. И вот Махапрабху тоже хотел уничтожить его ложное эго. Вот согласно времени и обстоятельствам Бхагаван делает то или иное. Due to your this kind of great, you know, big appliances, you are blind, you cannot see me. И вот люди ослеплены своим богатством, и поэтому я хотел сделать все так, чтобы вы поняли, перестали думать о том, как то или иное происходит. I was bound to do it. So now you can go gammatam sakra bhadram va kriyatam me anusasanam. Don't try to express any doubt about me. И вот не сомневайтесь. Сокру, сейчас вы можете идти. Индро, you can go. You can get Mangal. И обрести благо. Anusasanam. You can try to follow me, my instructions. Пытайтесь следовать моим наставлениям, не нарушайте. Стиотам садхикарешу. You can sit in your own chair. Вы можете находиться right, на своем там, положении, okay, как царя небес, но не должно быть никакого ложного эго у вас. So now this way you can leave all false ego. И таким образом вы можете избавиться от всякого ложного эго и это здание ложного эго Джанма Айшварья Срута Шри. Это четыре причины. Вишвана Чакаврати говорит, что здание ложного эго оно основывается на этих четырех колоннах Джанма Айшварья Срута Шри. Если мы сможем уничтожить эти колонны ложного эго, то эти все наши наше ложное эго развалится.
Without false ego, cut, you вот can сейчас, show false ego from your heart. Когда избавившись от ложного эго, мы можем go on, do your seva accordingly, совершать наше служение right и действовать согласно с нашим адхикарам. Surabhi Devi, Surabhi и после этого Сурабхи, Surabhi Ma, и такой корова Сурабхи, going to pray to она Krishna. Начала возносить молитвы к Кришне. Я не буду говорить Krishna об этом. Abhibanda Manasvini, then going to speak, Surabhi speaking. И вот Сурабхи говорит, Кришна, Кришна, Махайогин, Ишватмана Вишва Самбава Бхавата Локунатхено Санатха Байамачюта. This way, going to pray one by one, and Krishna, Indra ultimately going to do Abhishek. Abhishek means? И вот Кришна начал совершать Абхишеку. Манас Ганга, water, Амавини, everything cut, going to be do big abhishek at the bank of Govinda Kunda. И вот, в общем, начал совершать Абхишеку на берегу Говинда Кунды, а вода Говинда Кунды это вода from Manas Ganga. С этой Манас Ганги. From Manas Ganga, actually Manas Ganga water, different вода, Манаси, of water, and, Ганги, you know, различные. This way, другие святые воды, Акаш Ганга, Акаш Ганга, going to collect, все это собралось, is going to collect, и этот слон Айравата, он помог это все собрать и совершить Абхишеку Кришне. Kind of Govardhan Lila, и вот так они начали совершать Говардхана Лилу, и эта лила после Говардхан Лилы произошла. И я уже сказал, Джива Госвами Пад написал, после Говардхан Лилы мы находим Раса Лилу. So that time, for continuously, Krishna wanted to bestow mercy upon everybody. И вот в то время Кришна пролил свою милость на всех, на Раджаваси, на Радхарани, на Гопи. Они получили возможность видеть Кришну непрерывно. И после этого вопрос похищения Нанды Махараджи этим Варунай случился. Не буду об этом сейчас говорить, но смотрите, Кришна совершил эту Говардхан Даран Лилу, и после этого Раса Лила Прасанга приходит, я вынужден был говорить об этом, поскольку сегодня Говардхан Лила, и вот сейчас я буду говорить о том, что здесь говорится вопрос такой. Шутадев Госвами going to give answer. И вот Шутадев Госвами и Шанакади Риши, они задают вопрос, когда Кришна, если Кришна полностью самодостаточен, почему? Шукадев Госвами, он был привлечен лилой Кришны. Почему? Если он самодостаточен. Вот вопрос был, и после этого я уже рассказал обо всем. Курванти ахитуким бхакти митхам мито гунахам пари. This you already know. Йогамая. Now actually point is there. И вот сейчас суть в том, если Кришна, он единственный объект нашей любви для всех, то почему Кришна, он чувствует влечение? Если какой-то объект, который может привлечь Кришну, я говорил об этом, что да, это бхакти. Шри Кришна Акаршани Часа. Но опять же, есть особая бхакти, которую я не могу сравнить ни с чем. Кришна чувствует влечение к этим Враджаваси, Враджагопи. У них такая огромная любовь, что Кришна, он объект всего привлечения, но даже Кришна привлекается Радхарани и Гопи. Посмотрите, какая огромная сила в них. Мы должны думать об этом. И вот Йогамая Ашрая, прибежище Йогамая, приняв прибежище Йогамая, Кришна, он совершал такие лилы.
И вот все сомневались, почему Кришна принял прибежище вот там. И вот суть в том, Йогамая, согласно наставлению Кришны, если Кришна не забыл бы себя, что я Верховный Господь, и такой лилы невозможно было бы. А все Враджаваси думали, что он обычный мальчик, такой как они, но здесь эта раса лила, она настолько важна. Если Кришна не забыл бы, что он Верховный Господь, то эта лила не была бы возможна. И поэтому, согласно наставлению Кришны, Йогамая все организовала. Когда Кришна, он уснул, Jogonidra Abhibhuto, Sesaya, you know, Sesai Bhagavan. In that case, you can see. И в этом случае можно увидеть, Бхагаван тоже спит. And that sleeping is not like us. Но этот сон не такой, как наш. You can find in Markandeya. И можно найти в Маркандея Пуране такие молитвы. There is some prayer you can find, Bhagavan. И вот Бхагаван. Bhagavan. He is going to become surprised by his own lila. Он удивлен своей собственной лилой. В этом его великолепие никто не может поверить. Бхагаван. Он удивлен своей собственной лилой. Это великолепно. Великолепно. И когда Нараяна, он совершает свою йога нидро, есть молитва в Маркандея Пуране. You can find. И там можно найти. Vishesvarin jagadhatrim sthiti samhara karinim nidram bhagavatim vishnor tulyam tejasaha prabhu. This kind of prayer is there. И вот там такая молитва, это Йогамая. Full honor like Krishna. Она как Кришна получает полное почтение. And there is three type of things there. Есть три вида вещей. Krishna is Yogamaya going to arrange. И Кришна. One is Vimukh Mohini Maya. Это one is. Он организует Vimukh Mohini Maya. Unmukh Mohini Maya. Sajana Vimohini. Саджана Вимохини. И еще какую-то и. Atma Vimohini. Третью мы не слышали никогда. Саджан Вимахини значит, когда Путана пришла, это естественно для нее прийти к Кришне. Где мы, когда мы Кришну найдем, как Майя может прийти? Если есть Кришна, то никакая Майя не придет. Но Путана тоже Майя. Но вопрос в том, по желанию Кришны, Йогамая, она позволила Кришне прийти. Если бы Кришна, Путана не пришла, то такой лилы мы не увидели бы. И поэтому, по желанию Кришны, Путана пришла. И вот Путане позволили прийти. She is coming here to kill a small boy. Then Krishna immediately close eyes. Krishna don't like to see the face of Putana. Кришна, когда Путана пришла, Кришна закрыл глаза, он не хотел видеть лицо Путаны. И в итоге, как было возможно, что Яшодама, Рахинима и все Враджаваси, как для них было возможности, как для них было возможно видеть эту лилу? Почему они не осознали, что это ракшаси, что это демоница? Путана, она демоница, как они не поняли? И поэтому говорится здесь, Вишвана Чакравати говорит, это Саджана Вимахини Майя. Все вечные спутники Кришны, Нанда Яшода Рахини,
И поэтому Йогамая, она явила такую лилу, чтобы они ничего не поняли и ничего не осознали. И в этом магия, Йогамая, это зовется Саджана Вимахини Майя. Что ее собственные эти спутники могут быть запутаны. А следующее, это если какие-то посторонние люди, те, кто вернулись от Кришны, они Вимук Махини Майя зовутся. И вот на Курукшетре можно видеть и условие такое, что вечером, когда нету солнца, то Арджун мог убить кого-то. И Кришна автоматически организовал ситуацию таким образом, чтобы они чувствовали, что сейчас вечер, солнце уже село. И в итоге Арджуна кого-то, когда убивал, он видел, что не вечер, а солнце светит. И вот это влияние Вимук Махини Майи. И мы сейчас, также почему я об Арджуне говорю, мы все в такой ситуации. Если мы не заинтересованы совершать Кришна Баджан, то мы получаемся в Вимук Махини Майи находимся. И поэтому Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане такие слова. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что, естественно, те, кто заняты с Махамайей, они не могут видеть Кришну, как Чапал Гопал. Он не мог видеть. Камса тоже не мог видеть из-за этого. Джарасандха также не мог. Джарасандха даже пожертвование какое-то хотел дать, поскольку этот полдень пришел, гости какие-то пришли. Поскольку если какие-то гости приходят днем, нужно дать им все, что просят. И вот Джарасандха, он не понял, но он совершал ягью, смотрите. А Кришна Ягья Пуруш, ну, хотел побить этого Ягья Пуруша, но Кришна не поверил, он такой Майявади был. И вот Атма Махини Майя, как Бхагаван какую лилу совершал до сегодняшнего дня, все бесчисленные лилы. Но даже в форме Вамана Дева он также помощь Йогамайи принял, чтобы так все получилось, но Шукрачарья понял, что к чему происходит. И так или иначе мы можем видеть различные вещи, но все лилы, которые Бхагаван производит, то эти все полные Атма Махини, чтобы забыть себя. Это все делается так, чтобы Кришна забывал, что он Верховный Господь, поскольку если бы Кришна помнил, что он Верховный Господь, такая лила была бы невозможной. Поэтому только и только только это лила. Нет никакой точнее лилы. Что, где Кришна забывает, что он Верховный Господь. Только это великолепная раса лила. И вот кто-то может спросить, как это возможно, что говорится. Агартан Гартан Падиаси Жива Гусейн Прабхупад writing,
Вот Джива Госвами Пад пишет, что если бы в Расалиле Кришна не забыл бы, что он Верховный Господь, он не смог бы совершать эту лилу. И вот Кришна говорит, те в Каджа Гопи, они думают, что они... И вот в Чайтанья Чайтамрите говорится, что те в Раджа Гопи, которые... И вот гопи думают о Кришне, что это он их любовник, а их эти мужья дома находятся, но это чувство они могут обрести, но йога майя это все организует, поскольку это все с помощью йога майя организуется. У гопи нет мужей, а просто чувство есть, что они есть. И вот йога майя делает все, чтобы они думали так, поскольку если бы не было пракия бхавы, то великолепия чувств не было бы. И вот после этого Кришна говорит, как я могу такой пример получить. Кришна говорит, если бы Кришна не забыл, что он Верховный Господь, если майя Кришны, Атма-вимахини майя, это великолепная майя, она не покрыла бы Кришну, то почему Кришна говорит, что Кришна говорит, я не знаю, и гопи не знают, почему так происходит, почему мы чувствуем огромное влечение друг к другу. Кришна, он сарвагья, все бесчисленные миры повелеваются Кришной, а почему вот в случае Расалилы Кришна говорит так? Кришна говорит, я не знаю, даже гопи не знают, почему мы чувствуем влечение друг к другу. И все происходит по воле йога майя. Они нарушают все социальные правила, предписания. И вот они стремятся, чтобы встретиться с Кришной всем сердцем. Они встречаются, иногда нет. В Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что такая великолепная раса, я хочу обрести ее, и поэтому я обретаю такой вкус, и также я хочу даровать милость моим преданным. И вот, когда Кришна говорит, что он что-то не знает, почему? Кришна, он источник всего знания. Почему он говорит, что я также не знаю? Это говорит о том, что это третий фактор йога майя. И для тех, кто отвернулись от Кришны, йога майя покрывает их видение. Try to keep it away, take it away kindly, so that I can meet with Krishna. Bhaktivinoda Thakur. So Vimukh Mohini Maya, Jogamaya, or Vimukh Mohini Maya, Sajananmukhi Maya, Sajan Vimohini Maya, or Vimukh Jana Vibohini Maya, Vimukh Mohini, those whatever for them, the same Jogamaya acting. И вот йога майя может различными способами влиять на различных преданных, что преданные забывают, что Верховный Господь — это Верховный Господь, а относится к Нему как к равному. И даже Кришна может
забыть об этом. Это необходимо только для раса лилы, иначе Кришна не мог бы совершать эту лилу. Эта лила практически невозможна, и пример в том, если солнце восходит, и свет солнца следует за солнцем, и вот когда солнце сменяет свое положение время от времени, то тогда автоматически это солнце тоже меняет положение, и это возможно. Если это возможно, то почему другое невозможно? И вот согласно положению этого солнца, свет тоже меняет свое положение. И вот, приняв прибежище у Бхагавана, и вот это Упасрита. Упасрита значит в различных местах, в различных этих. Упасрита, что значит? Различные виды милости. И вот Йогамая Упасрита, это слово. Упасрита, вот здесь, Пракашита, Пракатикрита. И вот время от времени Бхагаван, он всегда готов проявить шесть видов достояний в любой лиле, но здесь ради этой раса лилы. He was bound to express. Otherwise, this kind of lila is not possible. So he was bound to do. We can discuss so many things tomorrow. After that, we can change topics within 1 or 2 days. So you see. И вот смотрите.